поселке Монино в школе номер 22 имени Фалалеева на избирательном участке 3460 свой выбор сделал депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Парламентарий приехал на участок ранним утром и принял участие в голосовании. Надо отметить, что вот с утра, можно сказать, ранняя пятница, но уже людей на участках достаточно много. Я думаю, что как раз сегодня мы действительно должны понимать, что это будущее нашей страны. И у нас серьезные изменения в Конституции, серьезные изменения в стране. Все это видят, позитивы. Если мы так дальше будем идти, то, наверное, успех нам обеспечен. На избирательный участок в столь ранний час действительно приходили люди. Кто по пути на работу, кто просто заранее исполнить гражданский долг. Это дело каждого обязательное. Этим мы живем. Поэтому это обязательно, каждый должен голосовать. Это наша дальнейшая жизнь. Кого мы выберем, так и жить будем. Голосование за депутатов в Государственную и областную думы будет продолжаться до воскресного вечера. В 20:00 19 сентября избирательные участки закончат свою работу. Важен каждый голос. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.